Как ты, Евгений? Салам алейкум. И сколько проиграл плюс-минус? Да я не знаю, 20 миллионов. Что, 17 взял? Вот здесь говорю. Я вообще... Он меня и тут натурил. Ты что, везде по 1000 поставил? Ты что, это какая-то новая технология? Давайте моя залупа. Стоп, подожди. Ребят, зарисуйте эту позу. Да он повзрослеет. Да я тебе говорю. Ой, я похудел. Да, блядь, 100%. Блядь, ты чё себе? Ой, конченый. Да ёб твой рот, блядь, а. Евгений Николаевич, неужели мы куш сорвали, Евгений Николаевич? Евгений Николаевич, 5600. 6400, Евгений Николаевич. 7200, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, 8500. Дядя Женя. Ты дебил? Нет, за 5000 продаешь прямо сейчас? О, снова мы. Все, Жек, выходи, выходи. Сейчас, подожди. Давай, жду тебя. Давай. Ребят, всем здорово. Давно не было такого выпуска. Приехал я сейчас, как вы думаете, за кем? А, вы уже поняли, за кем. За Жекой Игровым. А как вы думаете, куда я приехал? Оба-на. Спортбет. Сейчас выйдет Жека, и мы, надеюсь, нормально проведем один день этого лета, а то мы ни разу с ним за лето так и не вышли в город погулять. Вот думаю, хотя лето-то уже закончилось, 13 сентября, но выход в город все-таки должен состояться, а то давно этого друга не было видно, и вы все по нему скучали. Я видел, как вы писали в комментариях, где Жека, давай Жеку, давай Жеку. Жека уже вставил зуб за это время, кстати, ребята, и сейчас вы увидите этого красавчика, сейчас он выскочит, посмотрите. Как ты, Евгений? Салам алейкум. Что случилось? Не дало опять? Ничего, я посмотрю. В рот дашь? Это ты уже 20 лет так говоришь. Садись. Да садись, будешь ехать и пить кофе. Да не, ну сейчас я знаю, потом... Я аккуратно поеду, аккуратно. Давай, поехали. Куда ты пошел? Жека не меняется. Костюм у него также не меняется. Костюм у тебя не меняется, да? Вечно. Сядь нормально, поздоровайся с пацанами, тоже пиздецный тип. Да. Поздоровайся с пацанами. Костюм не меняется. Жека не меняется, а зуб покажи. Да ладно. А ну. Ты ж мне дал денег, да? На 3000, блядь. А ну дай. Отстань. На туре сделали? Да. Ну чё? Куда едем? Да куда скажешь. Ну я от этого места точно отдаляюсь, чтобы мы туда не зашли. Потому что нам оно нахуй не надо. Сколько а сейчас место? Проиграл? Блин, ну это что, всем интересно? Конечно, сколько? Да 8 было. Да не 8 было, честно, я скажи. Говорю. Зуб даешь? Опять. Налево, направо? Мы направо. Мы как такси. Ну, а чё? Чем не таксист? Чай. Чё? А как ты хотел? 190 сил. А как я кошку её обогнал? Слушай, я оставил там мопед. Какой? Какой мопед? Что расскажешь, где был все лето? Все нормально, потихоньку трудился. Подписчики тебя спрашивают, где Жека, где Жека, где да Жека, ладно, где я Жека. Считаю, что, ты ни разу не видел, где, чтобы спрашивали, где Жека? Да. А я Жека где? С днем рождения все-таки там один пишет. Да. Че? Помним что-то. Любим. Помянем. Помянем. Поэтому хороший парень помнишь. Был. Жаль, что помер, да? Нельзя. Детей нельзя? На ноги поставить, потом уже. И аппаратом в рот дать, как говорится. Даже еще не вечер. Направо. Направо, что у нас? А, да. Там что? А, кайф. Поедем в город красиво. А самокат? А, будет забрать его. Что, ты выпуски смотрел хоть? Да. Последний? Да. Как я в Москве? А, он же тоже выложил. Я его посмотрел, там, если честно, немножко одинаково. Ну да, что снимать, там особо ничего такого сверхъестественного не произошло.
Просто я сначала подрастроился, он сделал так, чтобы это вообще твой день. Да. А ты потом поставил, что ты, видишь, резина прогрелась. Я думаю, анапа! Мне ж обидно, заходи, не позвонил, что за... Я не понял, сколько лет на машине, что где-то он пришел. Да не. А его только сделали, у него плохая прошивка. Лёшки, аккуратненько. Вот дяденька идет. Там только понял, его настроили. Слышишь, куда поехали, у нас всего 2 места. Да, поедем. На коленки посадишь? Хоть куда поедем. Ты в курсе, что здесь нету сзади места? Все, вот. Не, я понял. Сейчас я уже вкурил. Короче, знаешь, как он смонтировал? Да. Вот эти первые заезды он выложил? Да. Ну, гаджи. Да, а по факту, короче, я первый заезд делал, у меня перегрев сцепления. Ну, короче, прошивка неправильно была настроена. С этого? С ланча, да. С ланча. А потом я поехал на следующий день, и мне уже нормально настроили. Все. А, так ты там... Это первый день, я только забрал сервис, я выехал в город и встречаю, и понял, и поехали, короче, гонять. А здесь, ну что, не заднеприводное? Здесь заднеприводное, да. Что-то, мне кажется, она как бьет, помнишь, нет? Что-то ее разыгрываешь, да? Да, разыграем ее среди пацанов молодых. Ребят, напоминаю о том, что я запустил розыгрыш данного автомобиля, а именно BMW Z4 кабриолет. Этот автомобиль может достаться одному из вас всего за 1000 рублей. Вот номер телефона в WhatsApp, пишите любое сообщение по этому номеру, и менеджер скинет вам все условия данного розыгрыша. Это мой первый розыгрыш, надеюсь, вы его поддержите и примите участие, так как следующим автомобилем я разыграю золотой Nissan GT-R. В общем, переходите, участвуйте, всем желаю удачи. Кто-то выиграет, прикинь, за 1000 рублей. Ой, да там что-то серьезное летит, слышишь? О, опять, хорошая. А? Смотри, какой выехал. Какой выехал, неопознанный. Свет включите! Неопознанный летающий объект. Понял, какие вообще, ну, условия розыгрыша? Скажи, я что же буду... Смотри, кстати, вот, как раз и вам всем рассказываю. Вот номер телефона, WhatsApp. Туда пишите любое сообщение. Вам в ответ присылается сообщение с условиями всего розыгрыша. В общем, смотри, билет 1000 рублей. Да. То есть человек переводит на карту 1000 рублей. Да. Я ему даю билет, там, например, номер там 20. И все. То есть и билетов не ограничено. Можно купить хоть 5, хоть 10, хоть 20 штук. Вот, к примеру, купил 5 билетов по 1000 рублей. Все, у него номер там 20, 21, там 25, 30. Ну, без разницы. И все. То есть я где-то, не знаю, там, может, месяц, может, 3 недели. Ну, посмотрим, как раскупят билет. Если, грубо говоря, она окупается, я сразу же, наверное, и выложу розыгрыш. И все. То есть розыгрыш, я думаю, на Твиче провести. Сделать комп, собрать. Получается, запустить стрим. Всем оповещение сделать о том, что стрим будет там 8 вечера, к примеру, да, чтобы, ну, после работы удобно было людям прийти, посмотреть стрим. И все, короче, вот такой барабан, номерки. Играть может все, да, даже если прав нет. Да, да, без разницы. Короче, номерки вот так кидаем в этот барабан, крутим барабан в прямом эфире, достаем номерок, номер победителя, сразу по спискам смотрим, кто это, с ним связываемся, понял, звоним ему по телефону, прям в прямом эфире человек, все, ну, то есть, если он с другого региона, вопросов нет, билеты оплачиваем, он сюда прилетает, лично вручаем тачку. Ну, либо, скажет, да, наличкой. Ну, может, наличкой, ну, тогда просто я ему на карту бабки переведу, а эту тачку, не знаю, тебе отдадим, правильно? Сразу вопрос, сколько оценивается эта машина? Я думаю, 1800, наверное, 700. Ну, посмотрим. Шансы у всех есть. Да, если вообще розыгрыш даже не окупится, я скину ровно те бабки, что собрались, и отправлю все бабки победить. Ну, в общем... Я думаю, будет все нормально. Смысл нет. Но на самом деле прикольнее было бы забрать тачку. В любом случае, ее даже на Авито сейчас выложи, она там 1 000 000 рублей, самая дешевая сейчас на Авито стоит, продается на русском учете. Эта машина на русском учете оформлена на меня. Да. То есть все четко. По ценам вообще растут. Ну да, тачку взять. Можете выиграть, будет 800, через неделю может быть 1 200 000. Ну да, на самом деле. 1000 рублей, да, что это такое? 1000 рублей, это вот... У тебя сколько удар был сейчас в аппаратный? По 900 рублей он шмаляет. Один удар. А представь, один удар ты бы мог... Ауди или как? Да, на чем мы едем? БМВ мы едем. БМВ. Одна, вторая, третья. Шансы. Ну, на самом деле, это его, да, первый розыгрыш. Я думаю, даже многие пацаны поддержат этот розыгрыш. Тем более, у меня 22-го день рождения, 25 лет, между прочим. Всего лишь. А у тебя вот, да, был юбилей? Да. Сколько? 35. Не, на туре сколько? 35. Так 35 было лет 7 назад, 8. Сколько у тебя? 10.
И 42 исполнилось? Да. Или 44? 42. Ну, честно, на самом деле, вот этот розыгрыш очень волнительный такой, да, прикинь, вот, ну, пацан придет получать, отдавать ему ключи, документы переоформлять, прикинь, ну, типа, пацан вообще будет в ахуе, мне кажется, да я бы сам был бы в ахуе, не просто, блядь, за 1000 рублей тебе тачка, блядь, за лям достается. Че, идем пень колотить? Да, пойдем, конечно. И как раз проверим. Дачу. А? Дачу. На, Жек, иди, поснимай что-нибудь, порассказывай. Чего добился в свои 18? 18, мне 5. Выходим в город Анапа. 13 сентября. Лёгенько провести. Чё, ты опять ничего не снял? Я только что играл на машину, и ты... Вообще красавчик. Ты почему-то ничего не заснял. Херовый себе оператор. Так а что мы делаем? Слушай, сейчас пенёк поиграем, дальше что у нас? Пойдем мы этот, заберем Смака. А где он? Пойдем, съездим, все. Да не, Вася, я же играю. Да на 2 минуты. Пожалуйста. На, на, иди пацанам, как раз что-нибудь расскажешь. Где? На танцах. А ты? Че ты расстраивался? Саня. Че расстраивался? Нормально, вкусно. Нет, ты что-то по другому поводу расстраивался. Ну говори, что ты хочешь. Вообще все хочу. Ну? Сейчас пойдем ласково, танцы, мать. А там потом что? Выключи пока не все. Выключи. А такой? А? А такой? О, какой! Это этот, Кулик, Женя. Женя? Кулик? Бля, похож, пиздец, в натуре? В натуре похож. Женя, Кулик. Да? Пиздец, а чего ты, бля, давно тебя не было видно в Инстаграме? Пропал что-то, не снимаешь. Да, устал, он, видишь, в Анапу выбрался. Вроде в кино подался. В Анапу выбрался? Да. А ты сам откуда, я понял? Из Москвы. Да? Москва, да, так это Женя Кулик, не знаешь его? Да нет. Нет, не. Сейчас покажу. Да, да не, он, да я знаю. Он стесняется просто, я тебе говорю. Да я знаю, повзрослее пацан. Да это видишь? Он, блядь. Да он повзрослее. Да я тебе говорю. Я похудел просто чуть-чуть. Да, блядь, 100%. Блядь, ничего себе. Да не, не, да это Жека. У вас какой-то блок? А? Блок какой-то? Да, это же тоже Жека. Тоже? Да, и вы оба Жеки. Тезки, давай. Что, между вами надо это желание загадать, да? Желание, да. Короче, вот так, пацаны, в Анапе Жеку, Жеку встретили, и игрового, и Жеку Кулика, да? Так, прошло 3 часа, мы погуляли по городу. В итоге мы оказались все же здесь. Что делаем? У тебя сейчас на кармане 10 тысяч, правильно? Да. Все, 5 ставишь, да? 5 мне. Погнали. Давай нормально. Ставь. Давай. Нет, с пятерки. Да я это позорище. А? Че? Позор, я с пятаком. По замедленной ходьбе мелкими шажками, типичной позе с опущенной головой и полусогнутыми конечностями легко поставить диагноз паркинсонизма. Ты разминаешься перед игрой? Зубами уже в натуре другой человек стал, слышишь? Красавчик. Заходим, нет? Наш зал не будет работать. О, видишь, у тебя время мало осталось. Смотри, с 6 утра до 9. У тебя есть 2,5 часа, чтобы обанкротить этот зал. Легко. Что, делай, нет? Конечно. Я давай 2 раза по 10. На удачу. Ой. И? Посмотришь, мы уйдем отсюда. Ну да, с пустым карманом. Поле. Поле? Поле. О. Или поста, нормально. Нормально, поле. Слабенько, ну. Ну, по 5 рублей. 750. Вот если по 900. Поэтому и поле. Подожди, да. По 5 рублей на 750. То есть ты бы 250 тысяч поймал по 900. Че, полетели, бро? Все. Пацаны потерпели неудачу. Понял. Тут кабина пилота пошла. Давай, аккуратно. На, подними там контент, брат. Братство? Побрать. Да, по-братски. Подними. По-братски. Ну, контент, пацанам, сними здраво. Покажи аппаратуру. Давай. Давай. Вытащим. Мне надо 25 тысяч тебе отдать. Ну. Пошли, да. Нормальный сайт, нормально вытащим. У тебя 10 тысяч в кармане. 5 тысяч ставишь. Я даже не хочу ставить. 5 тысяч ставишь, 5 тысяч мне отдаешь. Пятерку ставь, не вздумай десятку поставить. Я у тебя сейчас сразу пятерку заберу. Я тебе серьезно говорю. Ставь пятерку. Знаете этого игрока в лицо? 10 дам еще 10. Хочешь? Давай по 10. А? Я тебе там все дам, поедем. Я говорю, что у меня 8 тысяч. Дай, сколько есть? Да это нахер это добрал. Давай, давай, надо. Давай 10 надо поставить игру. А я тебе говорю, ставь пятерку.
Ты все? За позой? Давай подержу. Аккуратно, я не держу. Я не держу, если что. Я не держу. Евгений? Ты побрасывал. Ты по сколько газуешь-то? Ага, 400 баланс. Еще удар. 3200 баланс. Еще удар. Девяточки поставил. 2300 баланс. Еще удар. Еще 400 баланс. Еще удар. 500 рублей баланс. Поздравляю. 50 рублей баланс. Поздравляю, Евгений. Слышишь? 5043 секунды. Все. 5 рублей баланс. Давай 5000, поехали домой. Да, я сыграю. Сейчас ты уже сыграл, все. Я сейчас дам все. А ты же уже сыграл. Да, еще. Ну что? Все, денег нет. А давай мне деньги. Дай, ладно. Сейчас выйдет, у тебя больше. Девочки, поставьте, пожалуйста. Ты что? Ты что, угораешь? Как это? Это был мой гитар. Ничего не помню, меня опять заманули. Не-не-не-не-не. Вот это баланс. Это баланс. Жаль, не наш. Наш баланс. 5000. 5 рублей. Пошел. По 900 пошел. 0. 3200 баланс. Да, вообще прикинь, нормально. 2300 баланс. Хоть семерки, да? Нормально. 400 баланс. Нормально. 505 рублей баланс. Оп. Нормально, слушай, хорошо играем. Это пятерку мы, получается, за 27 секунд проиграли. Бля, вообще не... Четко. Попроси обратно 10. Не дала. О, стрельнули пятерку. Нормально, одна линия. А что, 9 на 54? Жми. Нули. Более. Поставил. Четко сыграл. Мне понравилось. Неплохо сыграл. Да. Так, заходили во сколько? 3.47 выход. Вот, пацаны, видели? Можно было 10 билетов купить, Евгений. Понимаешь? На BMW. А ты 10 ударов сделал. А так мог выиграть BMW. 1 000 000 рублей, пожалуйста. Вот видишь, тут немного кот походил. Кот, ебать его в рот, как говорится. Выигрыш. Поздравляю, Евгений. Садитесь за своего железного коня. Все, что осталось. И расход мочим, правильно? Мочим расход. Туши. Машина, а как мы она будет? Домой не возвращаться, по-любому. Я же сказал, больше не приходи. Надо самому на ноги вставать. Да? Ты решил 10 ударов сделать и встать на ноги? Ты расстроен часто? Так оно с тобой пизду завтра, блядь. Утро, ну ничего, давай. День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Да, 500 рублей, 20 тысяч узбекских сумм и 1 доллар. Зайди поставь, скажи. Давай. Поставьте мне не, 20 тысяч. Не обидишь? А на что он обидится? Ну, ты пришел с 20-кой поставил. Ставишь, нет? Да, конечно. Давай, 10. Не-не, я пятерку только брал. Ну, комплект купил. Потихой, потихой раскуришься. Потихой. На, 5 тысяч. Все. Там еще есть что-то. Все, сейчас сделаем красиво. Пойдем. У тебя 20. Я тебе 25 тысяч дал. Уже сделал. 25 тысяч я тебе дал. Смотрите, у нас какая история. У нас есть вот 20 тысяч узбекских рублей. Пойдет 20 тысяч узбекских? Не пойдет, да? Катя, да? И 1 доллар. То есть узбекские суммы никак. Ну тогда 5 тысяч. Только узбекам вы ставите? Ну, пошел. Вот пятнашка была. Ну вот опять же, блядь, ну сказал же, давай по-нормальному. А что, ты не нормально сыграл? Оп, опять тысячу удар можно, а? Все, пошел по 900-й, шлеп. Да, да. Ой, гандонище, блядь. Не получилось? Да иди нахуй, семерки поставь. Ой, конченый, блядь. У нас 500 рублей осталось. Поставить. Не, нормально удар, в принципе. Неплохой. 50 рублей на балансе. Не рубля, блядь, это что за...
вообще в ахуе. Не три семерки дало. По 5 рублей 10. Нормально. Все, поздравляю. Неплохая игра. Где-то за 40, да, секунд сейчас вложились. Потому что пауза была, ты там еще выбирал. Так. Напоминаю, ты мог взять 15 билетов, чтобы выиграть эту машину за 1 000 000 рублей. Ну подожди, мы еще не проиграли. Не проиграли? Вроде проиграли. Не бля, знаю. Ну это в никуда. Бля, что вот есть взять? Пятнашка была, заебись, мы сразу поставили по нашей технологии. Так ты поставил. Сейчас взял, стоишь вот просто. Ты все проиграл. Завтра все будет нормально. Да, еще 5 и все, если бать. Да не могу дать, ну как. Ну все, проиграли. Давай. Ладно, все, последний. По 900, да, да, нет, нет, снимались. А ты мне что дашь? Ну, придешь, возьмешь. Что, когда? Час? Сейчас. Поехали. Сколько? Последняя, да, Надежда? Да. Давай. Ну, реально никак 20 тысяч узбекских сумм не примете. Ну, давайте тогда вот российские рубли, да. Да нет, мы хотели просто рассчитаться этим деньгами. Валютой, как говорится, рассчитаться. Ну, на это лучше не спустя. Че? А, что, ты аппарат не меняешь, правильно? Ты не изменяешь традициям, правильно понимаю? Старт. Понеслась. Поехали. Пошел, пошел, пошел. Ну я че? А, за сколько секунд? Да. Можно проиграть 5000. Опа! 100 рублей в плюсе. 3300 баланс. Да ёб твой рот, блядь, а. Гандон, сука. Я, блядь, я. Давай, 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 давай. Еще 600 рублей баланс. Хорош. 60 рублей. Оп. 50. Ну, 50 секунд плюс-минус, Евгений. О, хорошо. По 900 это 9000. Сколько бы дало? 1900. А так дало сколько? Ты же видишь. 270 рублей. Да, Евгений. Дела плохи. Мы проиграли как лохи. Поздравляю. В чем была ошибка? Давай проведем анализ игры. А потому что она была по-другому. Да, пепель в одну колечку. А как надо было играть? Куда вылил горячую воду? Это пепельница. Ну, я потушил. Да, как дым пошел. Давай анализ игры проведем. Хоть 2 стакана воды попил за 20 тысяч. Пойдем, Евгений. А что с 6 до 9 там? А у них с 6 до 9 они деньги считают просто. Давай я тут оставлю. Не-не, он уже у меня остается. Готов за 5 его продать? Давай 10. За 10 продаешь? Нет. Ну мой возьмешь тогда. Не, за 5000 продаешь прямо сейчас? А че пинку скажу? В смысле, это мопед, это не твой? А, это Андрюхин? У меня такой же, да. Ну за 5 отдаешь? За 12 убрал. Он брал за 12? За 5 продаешь прямо сейчас? За сколько прямо сейчас продашь? А? Поехал. Пускай стоит там под камерой. Ну, почем продашь? Кого? Его. Да ты что там? Ну, продашь? За 10 прямо сейчас забираю, все. Нет, ты мне даешь. Что? Нет. Нет, я сейчас выиграю, я забираю. Ну, понятно. Но если нет, он мой. И с пеньком, как хочешь, сам рассчитывай. Твой кореш с ним сам решай. Евгений? Евгений? Ну я завтра его продал. Ты его продал? Подороже. Нет, я завтра за 11 купил. Не знаю, у тебя уже дела хреновые, я так хочу сказать. О, снова мы. Вы нам просто удачи не желаете, поэтому так и происходит. О, во, все, сейчас будет жара. Будет удача? Всем желаем удачи, особенно Жене. Да? Да. Надо было мимо. Он говорит, да, что он самый главный тут. Надо было мимо пройти. Он сказал, что он тут самый главный. Самая главная лошара здесь. Правильно сказал. Евгений, ну что так? Почему твой портрет не повесили до сих пор? О, есть. Давай вторые. Да, ну пока только в минусе. О. Долбануть сегодня. Конечно. Можем, в принципе, долбануть, если только по башке ему и все. Блять, который дворе, да. Да, только надо вовремя. Да, только не приходить сюда надо.
Не будет 1015 до завтра у вас? Нет. Нет? Но если с кассы взять не получится? Не получится, конечно. Вам сколько? 1015 до завтра. Угу. Где ты, Женя, нашел такого дрова? На Авито. Поздравляю, Евгений. 30 тысяч. 3 минуты. Ты как олимпийский чемпион, тебе можно на Олимпиаду ехать. Ты быстрее Усейн Болта. Просто, я такого в жизни не видел. Чтобы... Как не видел? Вот. Вообще, блядь. Нормально сыграли. Классная игра была. Жаль, быстро закончилась. Да. До свидания. Дальше. О! А ну, ушел отсюда мой новый самокат. Кайфовый. Мой новый самокат, пацаны, смотрите, за 10 тысяч только что купил у Евгения. Спасибо, Жек. Классный подарок. Нет, нет, ты его только что продал. Ты его продал, руки пожал, правильно? Было дело? Пацаны, было дело? Правильно все сделал? Купил у человека, купил. Срочный выкуп. Произошел только что срочный выкуп. Стой, на багажник. А, есть, да? Теперь есть, да? Конечно, до этого не было. Ты мучился? Ну, надо помочь-то. Сейчас я купил его. Аккуратно только, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, ручки! Ну, на, слажу сам-то. Давай. Слаживай. Тихо, тихо. Оп. Доставай все деньги и лучшую одежду. 30 тысяч сходили. Так, может еще двадцаточку? Можно. Нет, уже нельзя, уже все. Ты планировал сейчас взять и откусаться, да? Один раз поставить и вытянуть. Сейчас все будет по нулям. Согласен, по нулям уже. Блин, ну аппараты не дают, что делать? Надо сейчас как-то решать. Все будет нормально. Вот уже сколько лет ты играешь? Лет 20. И сколько проиграл, плюс-минус? Да я не знаю, 20 миллионов. 20 миллионов за 20 лет? Охуеть. Выиграл обратно за сумму. 20 миллионов. Прикинь, за 20 миллионов что можно будет сделать? Хороший бизнес построить, который тебе приносил бы а вот год 50, бы 20 миллионов. 50 тысяч за сумму или ничего не будет. За 5 минут. Да, вот так, пацаны. Видите, до чего доводит жизнь лудомана, игромана Евгения. Да, откроем канал, можно порассказывать. Канал какой? Канал сбора средств и помощи лудоманам, наркозависимым. Тебе надо свой курс продать. Курс по этому, по игре. Как вытянуть. Как поднять, да? Ставим и по максималке лупим. Ну, у тебя сейчас, кстати, неплохой курс такой. Трехминутное обучение, как 30 тысяч ебать быстро. День номер два. Че опять? Че? Чай, сахар. Ну, говори, что за тема? За миллион. Зачем тебе была камера? Наша личная. Личная тема? Конечно. Выключи звук. А заебали, не буду говорить. Ну говори, что. Аня, опять будешь вылазить. Ничего, ладно. Что делаем? Давай десятку. Тихо, тихо. Не-не, у меня только пять. Давай пять. Давай. Сам будешь бить. Ты что будешь делать? Ну пробей по 900, да? Не, зачем, ты же. На. Это 10. Пока. Мы переходим на новый уровень, играем уже в валюте. Пересчитай, пожалуйста. 2, 3, 4, 5. Желаю удачи. Евгений подошел, его рассчитали. Евгений готов? В смысле, ты что делаешь? Ты что, везде по 1000 поставил? Да. Ты что, это какая-то новая технология? Называется моя залупа. Смотри, книга рекордов Гиннесса. Да. То есть мы официально покажем. 1000 рублей. Как проиграть? Смотри, это один билет. Ты мог выиграть BMW за 4 кабриолет. 1000 рублей. Готов? Да я могу сейчас на 500 000 купить. Точно выиграю. Майнкрафт? Ты в Майнкрафт сейчас будешь играть? Готов? Ты скажи, когда нажать. Поехали. Давай. На двух компах играет он? На 5. В чем прикол? О, подожди. Он сразу что-то выиграл. Так, у этого компа есть секундомер. Давай свой секундомер сюда. Так быстрее вас не проебать. Ставь свой секундомер сюда. Да ладно. 900 получит. А подожди, здесь нет еще игры. Бонус куда? Да ладно, только отошли. Это какая-то новая стратегия у вас или что? Почему он был в компах?
А, в натуре бонуска. Давай смотри. Иди смотри, Камилыч, бонуска. Засеките там все секундомеры, поставьте. У каждого компа. Жека только игровой есть. Минута. О, поле. Что, Жек, что там не так? Не получается, тут уже бонуска заканчивается. Но пока успехом она не обвенчалась. А сколько ты кинула? Поля не было. Был только постав. Да, нет, только начался. Поле будет, смотри. Поле? 54-й, это 5400. Поле? Оно в восьмерке. Бля, ну ебаный, что у вас. Что там? Да долго, блядь, слышь? Пиздец, блядь. Я не ожидал, что этот компьютер. Что у этого компьютера такой потенциал. Кредит это бабки, типа 828. Да, это бонус сказал 800 рублей, блядь. У тебя тактика есть своя? Да, она была. У тебя была тактика, и ты ее придерживался, правильно? А тут что там нажимать? Жмай вот на эту клавишу. Оставишь, да? Да. Сколько? А, ну, блядь, 11 тысяч дом, нахуй, не понял. Чё, на удачу. 540, смотрите, смотрите. Новый секундарь, с 4 минут начали. Поле нулей, самое сильное. 540 удар, смотри, сейчас кредиты. Поставлю. 540 удар? Да, 1118. Ох, чучело. Троечки. Сколько дали? 900 тряпочка. О, черная, красная. Красная. Красава, угадал. Прочитать результат. 1800 баланс. Оп. 2900. Неплохое. Да, что интересное. Ну. Эх. 38. 5 минут. Стоп. Сброс. Там уже идет, да? Запуск. Там что? Тоже постигла неудачу. Здесь сколько? Пятерочка, да? Здесь сколько? О, здесь 200 рублей. А, и все у тебя? Здесь тоже, да, закончился? Короче, я понял. В итоге 5000 где сейчас? А, подожди, тут есть 720 кредитов. Подожди. А ну дай сюда. Подожди. 688, Жек. Как пилить будем? Пару рублей. Сейчас, подожди. Я знаю, у меня есть тактика. 180-я неплохая. Не повезло. 180-я. Просчитать результат. 56. Снять? О, 100 рублей. Что ты делаешь? 1000 рублей. 1000 рублей по 900. Давай, нажми. Шаг выполнен. Да. 1000 поставил. О, и поднял. Прикинь. Сколько поднял? Двушка. Трешка, Вась. Трешка? Это я нажал. Ты долю пацану выдай. Да не надо. Оставим. Дай долю пацану. Все, ты ему другую игру показываешь. Это у тебя идет обучение? А, Жека, кстати, запустил свой курс в этом. В скайпе. Или где там. Я просто перешел по свайпу вверх. Евгений, это мы вчера эту тему проходили, да? Жек, сегодня у тебя практика уже или теория? А когда город Вась будет? Евгений, извините, можно вопрос не по теме? Можно изменить размер шага? Пускай, может быть, лет. Пускай, понял. Нет, мы теперь выбрали эти теории, да? Я вот так вот отвечу. Извините, Евгений, а как режим визуализации? Вот так вот. И куда, ёпта? Просчитать результат. Евгений, я по 360 могу газон хуй? Поздравь себя на какие-либо разы. Евгений, а как визуализацию поменять? Что? Что? О, 3600, давай, давай. Извините, Евгений, ты видел? Да. Я по 360 3600 поймал. А, подожди. Ты вот это обучение все прошел. Это обучение. О, слышишь? Че, на натуре? Я поднял. Евгений, я изменил размер шага. Извините, следующий урок можно? Я этот уже прошел. На отлично сдал. Там ЦПС будет. Хороший ученик. Рассчитал результат, Евгений. Мой баланс 6612. Дальше.
Один удар делаю, пойду сейчас опять. Наставь, что? Сделаю. Это у вас наставь. Ну, не даст. Ну, куда по 450? Ну, бей. Коч, коч. 7. А, давай еще раз. Аккуратно. Еще раз? До пятака, да. Давай. Два удара. Чью маму? Евгений Николаевич. Давай. Евгений Николаевич, вы сказали, что надо снимать. Возьмай снимать еще. Это новый влог, Евгений. Поскольку, Евгений? А так играем. Что ты сделал? Играем. Евгений, одну, смотри. От, да не надо, по 180. Евгений Николаевич, да, смотри. 450, так, я поставить. С каждым разом меняю ставку, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, баланс 4000. Сейчас заберем. Евгений Николаевич, поднимать ставочку? Да. Спасибо. Евгений Николаевич, нас... Давай. Как? Еще один удар. Понял. Поднять ставку? Да нет, куда там? Пойдет, ставка вообще шикарная. Шикардосная, да? Как раз на 3 удара. Ну давай еще. 2 удара. Ах, блядь, сейчас было, можно было снять, давай. Можно, да, было снять? Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, можно мне такую оценку за данный урок? Вон, 2400. Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, неужели мы куш сорвали, Евгений Николаевич? Евгений Николаевич, 5600. 6400, Евгений Николаевич. 7200, Евгений Николаевич. Это шикарный результат. Евгений Николаевич, 8500. Тихо. Да. Евгений Николаевич, вы сказали, что это форс-мажорная ситуация. У вас надо отнимать сейчас карты. Какие карты, чтобы он верните карту. Верни, да, мало времени. Евгений Николаевич, к концу обучения вы сказали, что мы выйдем на стабильный доход. Мне кажется, это очередной курс обман. Мы вот собрались втроем, понимаете? Все пришли, бросили все свои дела. Сколько времени? Есть. Времени нету, брат. 2 часа ночи. Время 2:06. Он нас поднял, сказал, есть связка P2P, арбитраж трафика. Мы все деньги вкладываем, получается. В обучение. Да. Он с нас, с каждого взял... По 17 тысяч, блядь. У тебя сколько взял? У тебя 17 взял? Он меня и тут надурил. Просто там утверждали, что мы будем на стабильный доход. От... Я знаю, единственный человек, который вышел на стабильный доход. Воробьев, мазафака. Он в Питер даже ушел. Можно набрать ему? Подожди. Он не возьмет трубку. Твердохлебов, сюда иди. Твердохлебов, я все вижу. Давай. Сколько ты карт поставил? Скажи, наставничество. 5 карт. Ты пытаешься систему обмануть? А, Евгений, у тебя же это воронка денежная, точно. Ты купил астрологический прогноз и сейчас... Кстати, мне тоже советовали, понял? Да? Да. Но ты решил деньги вложить в курсе Евгения Твердохлебова. Отвожу, но... Кстати, я хочу сразу... Я просто проходил уже этот курс, на урок вперед забегать, что эта поза, это тоже у нас будет, кстати. Все вы стоят. Это поза победителя. Покажи, как... Сделай красиво. И понял, походка всем. Так, осанка. Серьезно? Давай, остановись. Поза. Один, Жень, прогни сильнее. 1, 2, 3. Есть. Выиграл? О, есть, он выиграл. Все. О, 7-ки выпали. Дальше. У вас что? О, все компьютеры сыграли, правильно понимаю? Да. Кроме твоего. Евгений, я сделаю домашку, проверьте, пожалуйста. Евгений, проверьте, пожалуйста. Проверьте домашнее задание, Евгений. Рассчитать результат. Прожимаем эту кнопку почаще, чтобы быстрее рассчитывался результат. Все. Евгений, а ты сколько поставил? Ты тоже нажал? Есть, Евгений. Не сыграл. Дальше. Оп-оп-оп, учитель в деле. Вы думали, Евгений стоит на месте? Ни хера подобного. Курс, ссылка в описании. Он стоит в казино. Думаете, Жека стоит на месте? Нет, он двигается в казино. О, сколько? 1200? Да это вообще отличник какой-то, слышишь? Добей его, слышишь? Добиваю? Да, Евгения. Авто? Нет, просто рассчитать результат. Да. Жми. Стой. Я сейчас сделаю красиво. Размер шага надо поменять. Мы эту тему еще не проходили, не подошли. Ты не шаришь в этой теме. Евгений, он следующую тему уже начал. Он следующую тему начал.
Я этого еще не знаю. Ай, блядь. Наклеить все, ясно. Еще 35 рублей, да? Окей, понял. Там только 36, дядь Жень. Там только 36, дядь Жень. Евгений, подойдите. О, Евгений. Евгений, так должно быть? Евгений, зависло что-то. Слава богу, блядь. Бля, он натрик. О, Евгений! Евгений! Мне кажется, мы срубили куш. Что там? Мы срубили куш. 9-18. Да, Евгений. 9-18. Все как обычно было в начале курса, да? Да, стабильный доход. Стабильный заработок. Мне кажется, вы несправедливы. Слушай, а кофе входит в стоимость курса? Я не понимаю вас. Слышь, Джека, а что можешь? Сухарики принести? Евгений. Ты сказал, что в курсе будут сухарики. В курсе было прописано, что будут семечки еще. И трансфер. Трансфер до дома. И бесплатная балансировка. И шаурма. Победный. Поездка на победном самокате. Я, знаешь, мы когда выигрывали, мы всегда говорили, типа, победная шаурма. Мы всегда говорили, а у тебя было красным мелким шрифтом прописано в договоре? Мы всегда говорили, спасибо за игру, если проиграли. Уважайте соперник. Фэйрплей, блядь. Соперник. Я не понял. Вам не кажется, что это какой-то сомнительный курс? Честно, я пока что не видел всех моих выкладных денег. Стоп, подожди. Ребят, зарисуйте эту позу. А когда кормить будут? А, есть еще 4,5. Связка сработала, да? 4,5, да? 3. Хотелось бы 6. Не повезло, Евгений. Дядя Женя, ты дебил? Да. Он хотел сделать 9 тысяч. Получилось. 100 рублей. Пиздец, ты все проебался? Сука, верни мои деньги. О, какие двойки вы, бля, поставили. Верни мои деньги, блядь. Обманный вкладчик на 100 рублей. Евгений поднял опять ловешку. Я? Ты опять черный. Ты молодец, Евгений, ты опять не попал. Он опять 4500 пробил, черный и красный опять дал. Не попал? Да. Ты записал? Давайте проанализируем игру и выпишем все ошибки. Так, ну у нас получается пока что урок, как делать не нужно. Евгений, это карта нулевая. О, здесь есть на удар. Смотри, тут даже клавиша расплавилась. Это бычка, она объемная. Кто-то об нее завышал. Евгений, это тоже нулевые. Это две нулевые карты. Евгений, откуда ты карты достаешь, блядь? Слышь, я чуть понять не могу. Ты их все сделал. А тут у тебя столько карт, слышь? Ты что, ебанулся, слышь? Тут карта, блядь. Так, ребят, это утешительные призы. Каждому по карте. Держи. Это утешительные призы. По 900, пошел. Завтра приходит каждый со своей картой. Правильно? О! Гандон, блядь. Ты всему этому научился? Где-то вообще? Это вообще-то двойка. За границей учат. Ой, блядь, камера вылетела. Евгений, сдаем карты, все. Сдаем карты. Это, блядь. Дежурно собирайте. Так, предлагаю сфоткаться все. Как первый урок пройдет. Давайте сфоткаемся. Че? Ну сфоткаемся. Короче, давай. Первый урок пройден. 5-5-900 и поехал. Да, нет. Все, я платил уже. Так, ну, подведем итоги. Ты сколько себя выиграл? Я 2,5 миллиона. Да, нихуя не выиграл. В принципе, бабки были, но я тупанул. Ты тупанул, да? Это была ошибка? То есть, под 4,500 пробивать красное-черное? Не стоило. Бывает, стоило. Так вот сюда надо было нажимать. Я бы дальше бил 18-36. Я бы и дальше бил. Реально бил? Я бы бил. Мы бы уже тебя били, мне кажется.
А будут там хотя бы ручки? Эрик Краузер, давайте. А когда... Вот у меня в русском языке был русский медвежонок. И там выдавали вот такую синюю... Сертификат. Сертификат. Я занимал 8 место в школе. На сколько по всему? А сколько вообще мест? 100 было. Сколько? Сколько сегодня компов было? А Евгений, вы сейчас не обратите внимание, он очень ловкий. Видел, как он поймал телефон? И он очень ловко въебал 5000. Да, ничего не ловко, можно было выделать. Так ты въебал? 8 поднял, блядь, заебал. Что? Сплю, да, не, сколько плюс? Одно оставляем, сдаем. Одно оставим, эти сдаем. По 900-й? Сколько раз нажмем? Один. Давай 10 и все. Сейчас выйдем. Как? 5 же ты говорил. Ты же сказал 5. Что там с 5, блядь, ласка? И пойдем отдыхать. Сюда. Ты что, устал, блядь? Я от вас, честно, устал, я такую что-то бу-бу-бу-бу. Мы тебе бабки дали, ты сказал, что будет курс, там будет обучение. Сколько раз мою фамилию еще в жизни не называли? Будет много участников. Мы объявляем митинг против Твердохлебова. Мы будем на стабильный заработок от 20 тысяч долларов в секунду. В удар. Отлучались на бизнес-ланч в вип-комнате. Пришел просто. Ты что поел сейчас? Блядь, тебе что надо от меня? Банк. Блять, мне что надо? Стабильный заработок. Тебе уже 10 раз сказали. Сейчас покажу, как 10 тысяч проиграл. Как и было обещано в курсе, блять, нахуй. Посмотри, в каких шлюпках пришел. Он хотел новые взять. Армани. Ну, что ты мне впритык, блядь, что ты там хочешь, прищи меня, хочешь показать. Что, все, пойдем домой? По 900-й поехал. Что хочешь? Давай пошли туда. Что? Поближе. Не, все. Денег. Сейчас по 900. Не, у меня только 5 последние. Да, бля, ты видишь, с этой пятичи получается. Да, ты 4 платить. Мне кредит залоган еще висит. Я говорю, не могу пятерку эту заплатить. Давай без таких раз. Я еще курс в рассрочку взял в Тинькове. Ну, смысл с этого ты такая? Играешь или нет? Играю. Да, нет. Ну, смысл? Давай еще. Ну, смысл, блядь. Да нет, смысл нет. Пять еще. Все, все. Только на одну карту клади, пожалуйста. Так, ребят, давайте с ним соберемся, пока Жек отошел. Может быть, возврат оформим? Камиль? Он просто разговор? Да. Блядь. Я недоволен курсом. Давай возврат сделаем. Я верю в моего сенсея. Да? Ты веришь в него? Я считаю, посмотри, его. Блин, я реально в Тинькове рассрочку оформил. Не знаю, я вам пахана бабу. А ты где деньги взял? Я машину продал. Это пиздец. Ребят, мы в заднице. Евгений, нам очень нравятся ваши уроки. Да и вы в целом парень неплохой. То есть играет только одна линия. Спасибо, не нужна нам такая технология. Как скажешь. Старший. Ладно, Жак, вот такой вопрос. Вот ты сколько уже ебашь в казино? Че? Сколько уже ебашишь в казино? А ты че ждешь? Ну типа ты выиграешь, ну вот и че дальше? Послушайте, я себя чувствую обманутым вкладчиком. Я только что сейчас вложил 10 тысяч рублей. Я так понимаю, мои деньги сейчас вертятся, да? Нахуй, хую, говорит. Мои деньги в обороте сейчас? Мошенник нашего времени. В таком обороте, что мама не горюй, блядь. Сейчас. Да японский говно. Это что за слова все ты говоришь? Это что? Это записывать здесь надо или не надо? Или вспоминать надо? Посидишь, все слышишь. Это второй курс, Вася будет. Бесплатный вебинар. Это курсовая. Это Вася курсовая. Это тест будет. Бесплатный вебинар, но никаких нет, твердых не было. А что нужно говорить при неудаче? Твой мама. Так, стоп, сейчас я загляну в конспект. Да, да, да. Сахар поесть. Ты поешь сахар вот? С собой, да? Евгений, ты только зуб сделал. Вы видите все сами. Поехали. Что? Давай последний, поехали. Как последний?
можете меня поставить в стороне? Это что за прикол? Что? Ха-ха-хи-хи, минус 10. Не, если мы смеяться не будем, будет джекпот. Рыжий тут или что? Коль, я против него чай попьешь. Забейте его очень, а то и чай попьешь. И воды запили. Завтра дом. Новая партия. Завтра новые вкладчики пойдут. У тебя завтра курс другими ребятами будет? Вторая группа. Первый день обучения Сергея подошел к концу. Результат? Результат. Чат. Есть как будет объяснение вот этому? Есть объяснение. Объясни, у людей пустые карманы. Еще будет у нас ходить. А в курсе было там какой-то параграф, что вот, ну когда вот так, что, блин? Нет, нет, нет. Послушай, я как человек юридически подкован, вот был ли там пункт форс-мажоры, потому что это, покажи, это форс-мажор. А должны быть просто мажоры, да? Ты обещал стать мажорами, а получили форс-мажоры. Раз по 4-9. Каждый себе забрал. Давай бы наши технологии додали, все поехали. Ребят, про эту технологию слыхали? Боюсь, что нет. Я просто боюсь этой технологии. Я уже боюсь какие-то технологии. И время, деньги. Сколько у тебя в копилке технологий вообще? У тебя же есть там какие-то, блядь, селевские файлы, там, не знаю, что там, наработки. Можешь у Влада кредит открыть, он тебе все расскажет. Какие технологии? Ты же как это придумал, блядь? Как ты этот курс запустил? Как мы все здесь оказались? Я сажусь спокойно, денег только есть. Чего ты хочешь? 10, по 900 задания нет, все, по домам не пожарили. Уже 10 проиграно. 10 проиграно? Сейчас заберем. Ультынки сануси, блядь. А? 10 проиграно. Я говорю, сейчас заберем свои. Что мы заберем? Служеб. А если не заберем? А все будет нормально. Чайный пакет можешь вставить. Давай. Что? Время, деньги. Тебе уже охота спать. Давай 10, теперь по 900 и валим. Открой WhatsApp. Да там нормально все. Нормально? WhatsApp живой, да. Нормально. А сейчас это отобьем. Сейчас на шаурму еще заберем. А? Сколько раз ты слышал эту фразу? За лет 6-7 я уже это слышал раз. Ты уже дышишь. Сейчас отобьем. Давай, ставь, да поедем. Ты за хлебов ваше слово. Давай десятку. У твердого хлеба одно. Спит и это, да? Спит и видит. Бля, все веселые. Наше общение зашло в тупик. Человек тоже в тупике, да? Он не знает, куда идти, его окружили. Ты вернешь нам деньги? Конечно, верну. Ты вернешь нам деньги за обучение? Обучение вы мне должны. Нихера себе, обучил вас на 10 тысяч, меня поснимали блоками. Ты вернешь деньги за обучение? Да, блин, на миллион. Пожалуйста. Дорогие блоки. Какие блоки? Это влог. Влог, блоки. Ты вернешь нам деньги? Чудо, у тебя коленки сохнут. Футбол играл. На коленках? Ты будешь, а? На коленках играешь. Тогда хлебов соблюдать субординацию? Мы, во-первых, твои ученики, которые заплатили деньги. Да. Давайте проголосуем. Да. Ребят, кто за то, все чтобы за поставить десятку и продолжить наше обучение? Либо... Поднимите руку. Я. Вот там еще. Там тоже за. Тоже за? Да, только я не могу дать. 15 минут сидим. Давай уже играем. Когда дашь? Завтра утром. Да я сейчас выиграю.
Не, когда дашь? Да я сейчас выиграю. Если ты сейчас не выигрываешь, когда дашь? Завтра. Уже иногда получается. Иногда? Открой WhatsApp, покажи ему, как у тебя получается. А, бля, я тоже сейчас посмеялся. Открой WhatsApp, покажи, как у тебя получается. Там ролика в конце больше, чем 10 компов. Что мне надо сделать? Десятку ставим, тебе по 900 додали. Я просто свои деньги пересчитываю, что ты делаешь? Ну, три я считаю, раз, два, три. Ты решил посчитать? У меня было так же, я просто стоял, в городе пересчитывал деньги, он сказал, пойдем под линию. Подошел вот так. Уже поиграть, если интересно. Я же есть, знаете. Давай поддержим наши тактики. Сколько у тебя сейчас? 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ну, давай ебу. Ребят, общий сбор. Это, у меня есть друг. Это наглый аферюга. У меня есть друг в Саратове. У него папа милиционер. Звони. Сейчас. Нет, блин, когда мы уже совсем без денег останемся. Давай пару рублей башню. Рис благородный. Рис? Да. Рис? Я могу поплечь. Пошлите. Я там мне сразу пить даю. Смейте его. Оставь, че? Оставь это все. Удалить игру. Че, сахар блядь? С собой? Вот они, счастливчики идут. Везунчики. Вот он, победитель. Опа-опа-опа, потанцевал. Опа, опа, с подножечки снял. И поехал. Оп-оп-оп-оп-оп. Слышите? А мы все сыграем? Что делаем, Жек? Жек, ты прогревай его. 3.05. Олег, нам было, наверное, по 900. Бля, еще десяточку. Что ты сказал? По 900 надо было лупить, наверное. Наверное. 10 по 900. Вот так завершился наш второй день. Мы в очередной раз потерпели неудачу. Могу кратко взять интервью у Евгения. Евгений, пару слов, почему так получилось. Давай проведем анализ. Не, первую пяточки надо было, конечно, остановиться. И 4500 два раза пробил. Бля, ну это сейчас, конечно, тупость. Чуть-чуть косовал, порол. Вот она, мужская. Не, в смысле, я попрощался. Ты куда, блядь, пошел? Ты что, пиздознулся, что ли? Давай, тебя затащишь. Вадь, ты что, что происходит? Влада пытается угнать его. Влад, я знаю, что можно. Отвали от меня. Нужно вот это. Нет, нет. Все, на этот выпуск подошел к концу. Вот вам живой пример. Смотри, давай тогда 5. Блядь, вот вам живой пример. Вот так никогда не делал. 5 по 900, Вадь. Это хлебов? Да. Это еще один обманутый вкладчик. Вась, я обманутый вкладчик. Мы вложились в это... Нехилое дело. Вот это нехилое дело. Оно нас надурило. В общем, все, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайк вверх. Ставьте колокольчик. Сейчас еще 5 пройдем. Новый бесплатный вебинар. Ставьте... Здесь, если тут будет 2000 лайков, то, да, блядь, если, мы блядь, стой, держи, Камиль, если тут будет 2000 лайков, то проведем еще один лайков, блядь. Бесплатный вебинар. Все, пацаны, пока, пацаны.
меня полтинник нормально остался. 5 по 900 и валим. А? 5 по 900 и валим. Может воткнуть, ты же знаешь. Да нет, поврат, это сказали, там на кассе кальций. Ты же знаешь, заиграли с тобой. Пошли. 5 по 900. Вы сюда? Да. Мы только... Так зашли. Молча. Это... По записи, да, у тебя сейчас? Это у тебя сейчас с ними дополнительные занятия, правильно? Вебинар. Что? Итак, ставим и все. И, бля, без разговоров домой спать. Что? Либо отдыхать, правильно? Отдыхать. Не, за шаурму сначала, потом отдыхать. За 20 тысяч знаешь, какого размера бы шаурма была? Вот, вот смотри, ты ростом, и вот смотри, шаурма, каким ростом. Вот тут вот такая шаурма была, пацаны. Еще пятак. Жек, ты обещал стабильный доход. Какого хуя ты на Адамском шоссе хуяришь на самокате домой? Пиздец.